Нет, зодиакальные знаки и созвездия. Это одна из тем, которые подняли журналисты, не понимающие астрологии. Значит, что такое зодиакальный знак? Зодиакальный знак – это 1/12 часть круга. Зодиакальные знаки возникли очень давно. Насколько мы знаем историю астрологии, уже есть зодиакальные знаки. Шумеры уже умели делить круг на 360 градусов и делили его на 12 равных частей. Что такое созвездие? Созвездие – это конфигурации звезд на небе. До 1905 года не было никаких точных границ созвездий. В ранней астрологии выделяли некоторые яркие звезды, сочетание их и говорили, это большая медведица, это лебедь, это скорпион. Но между созвездиями не было четких границ. Границы созвездий возникли только тогда, когда астрономы стали активно использовать телескопы, стали видеть маленькие звезды, и по астрономическим каталогам нужно было соотносить каждую звезду к какому-то созвездию. Поэтому надо было провести точные границы между созвездиями. Точные астрономы собрались на такую большую конференцию в 1905 году, и впервые и были проведены точные границы между созвездиями. В 1956 году были эти границы уточнены. Поэтому, когда мы говорим о границах созвездий, это совсем недавнее время. Тем более, что границы менялись очень сильно исторически. Когда мореплаватели стали путешествовать в южное полушарие, они увидели новые звезды и стали называть новые созвездия. Так было, например, определено созвездие корабля. Парус, компас и так далее. Корма. Сейчас вместо одного созвездия много других. Иными словами, знаки зодиака – это геометрическое понятие, строгое математическое понятие. Созвездие – это понятие совершенно другой категории. В свое время созвездия, так сказать, вот эти созвездия, зодиакальные созвездия, соотносили со знаками зодиака. Овен находился на созвездии, звезды, которые находились рядом со знаком Овна, их соотносили к созвездию Овна. Потом происходит прецессия, то есть земная ось медленно совершает вращение относительно неподвижных звезд. Полюс Земли меняется, северный полюс, сейчас он направлен на полярную звезду, через 2000 лет он будет направлен на Вегу. Вместе с этим происходит вращение точки весеннего равноденствия относительно неподвижных звезд. Поэтому существует как бы два зодиака. Один зодиак тропический, другой зодиак сидерический. Тропический зодиак ведет свой отсчет от точки весеннего равноденствия. Точка весеннего равноденствия – это место, где находится Солнце в день весеннего равноденствия. Это точка пересечения земного экватора с небесной эклиптикой. Две окружности пересекаются в двух точках. Это точно определенная, математически определенная точка. Поэтому тропический зодиак для всех астрологов во все века определен однозначно. Но зодиак, можно зодиак соотносить не только с точкой весеннего равноденствия, а с неподвижными звездами. Но вы понимаете, на небе среди звезд не поставлено место, где написано «вот начало зодиака». Там нигде не вбит в небе золотой гвоздь. Поэтому в разные эпохи астрологи договаривались отсчитывать небесный зодиак, так называемый сидерический зодиак, от слова «сидер» – звезда по латыни, договариваясь отсчитывать от той или иной звезды. Поэтому индусы, у которых астрология началась примерно, но они тоже ведь заимствовали астрологию от шумеров,
индийская астрология началась в начале нашей эры. Поэтому их зодиак, звездный зодиак, остался на месте, наш сдвинулся. Между нами и индусами разница в один знак примерно. Между нами и китайцами разница в два знака. Но это не говорит, что европейцы ошибаются, а китайцы верны. Это просто говорит о том, что они начали свою астрологию примерно 4000 лет тому назад. Современные астрологи обычно работают с тропическим зодиаком тогда, когда им нужно работать с индивидуальной картой, с картой человека. Когда мы анализируем события, происходящие со всем земным шаром одновременно, то есть с историей человечества в целом, то мы переходим от тропического зодиака к звездному зодиаку. Вот тогда это имеет значение. А так расхождение – это тоже просто непонимание того, что такое, что созвездие – это не знак зодиака, это совсем разные вещи. Еще раз повторяю, точные границы созвездий возникли совсем недавно, поэтому говорить о расхождении просто бессмысленно. Им или что? А къде е точката на равновесие сега? В кое съзвездие? Ну. Значит, по учителю точка весеннего равноденствия перешла в знак Водолея 21 марта 1914 года. Значит, 72 года нужно точке весеннего равноденствия, чтобы пройти 1 градус. Таким образом, сейчас точка весеннего равноденствия находится в 29 градусе, в 29 градусе Водолея. И готовится, значит, 14 плюс 144, 58, где-то в 56 году она перейдет в следующий градус, в 28. Вот. Другие астрологи, естественно, по этому поводу существует масса разных мнений. Некоторые считают, что она только-только что вот произошел переход в Водолей в 3 году. Некоторые из индийских астрологов считают, что она перейдет в Водолей только там через 100 лет с чем. Но только нужно учитывать, что в Индии существует 16 разных школ астрологии. И каждый из них считает по-своему.